главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе и в целом по стране. За последние сутки в России зарегистрировано около 11 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших по стране перевалило за 232 тысячи. От COVID-19 за время пандемии умерли порядка 2 тысяч человек. Только за последние сутки 107 человек. Теперь, что касается эпидобстановки в Ненецком округе. По информации, которую нам предоставили в окружном управлении Роспотребнадзора, в регионе 12 мая зарегистрировано 50 случаев заболевания COVID-19. Из них четверо выздоровели. Добавлю также, что ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории Ненецкого округа, продлены до 31 мая. Соответствующее постановление накануне подписал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Он также разместил на своих страницах в социальных сетях обращение к жителям региона. Мы с вами начинаем постепенный выход из режима самоизоляции. Уже начали свою работу промышленные предприятия, строительная отрасль, сфера услуг. Мы контролировали ситуацию с коронавирусом и продолжаем это делать. Поэтому режим повышенной готовности сохраняется до 31 мая. По-прежнему все, кто прилетает в наш округ из других регионов, проходят жесткий медицинский контроль и помещаются в режим обсервации. Дорогие друзья, угроза коронавируса сохраняется, и нам нужно научиться жить в новых условиях, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Итак, в Ненецком округе по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа предприятий общественного питания, при этом разрешена доставка и организация питания для работников предприятий. Салоны красоты и иные объекты, оказывающие подобные услуги, продолжают работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также на установленный период сохраняется обязанность граждан соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Как и прежде, граждане, достигшие возраста 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. В образовательных учреждениях Ненецкого округа продолжится дистанционное обучение. Ученики с 1 по 10 класса окончат учебный год 29 мая, а 11 классы – 30 мая. Что касается детских садов, то они продолжают работу с дежурными группами. При этом количество детей в каждой может достигать до 12 человек. Что необходимо отметить, будет организован более жесткий утренний фильтр для детей при передаче родителями ребенка в детский садик и когда они его забирают вечером. Дальше в садик обязательно родитель должен предоставить справку от педиатра. Если ребенок отсутствовал в детском садике больше 5 дней, то детский садик может его принять при наличии справки с указанием диагноза и длительности заболеваний, всех сведений об отсутствии контакта, самое главное, с инфицированными больными, согласно необходимым санпинам. Эту справку можно получить у педиатра, и руководитель учреждения сам принимает решение по количеству групп в детском садике. Также на усмотрение руководителя детского сада будет определено количество дежурных групп. И теперь информация о паводке. Дорожники приступили к демонтажу Куйского моста. Что касается ледохода, граница сохраняется на участке Медвежка-Новый Бор. Ниже Долабужского зафиксированы подвижки льда. За сутки уровень воды на участке от Тошвиски до Макарова поднялся в пределах 40-90 сантиметров. 12 мая ледовую обстановку оценили с воздуха. Полет прошел по маршруту Нарьян-Мар-Великовисочная-Тошвиска. Во время облета с борта вертолета временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный, вице-губернатор Сергей Боенко, а также представители Главного управления МЧС и Ненецкой поисково-спасательной службы ознакомились с ледовой обстановкой на реке Печоре. Кроме того, в ходе рабочей поездки Юрий Бездудный пообщался с главой Великовисочного сельсовета Татьяной Ждановой. По ее словам, населенные пункты полностью готовы к безопасному прохождению паводка. Облетели до границы, до Мархиды, обнаружили голову ледохода. В целом река готова, то есть можно сказать, что до Каменки подвижки, до Оксина разводья, ну и понятно, что везде закраины. В целом река готова и в рамках
этого же полета забросили продуктовые наборы с Великовещина в Тошевск. Губернатор провел встречу с главой, с ответственными должностными лицами муниципального образования в целом. Муниципалитеты также и по системе обеспечения, по продовольствию, по медикаментам, по прохождению паводка готовы. По информации на Ринмарской гидрометеорологической станции, ниже по течению от поселка Хангурей до Устья ледостав за окраинами. Уровни воды изменились незначительно. На реке Сула в Коткино продолжается густой ледоход при уровне 535 сантиметров. На реке Пеша в районе Волоковой продолжается густой ледоход при уровне 617 сантиметров. На реках Уса, Колва сохраняется ледостав за окраинами в нижнем течении с подвижками и разводьями. Период самоизоляции как повод для укрепления семьи, в частности, хорошая возможность наладить взаимоотношения с детьми. Такие советы дают психологи. Чтобы совместное времяпровождение приносило радость, необходимо соблюдать всего несколько правил, каких расскажет Мария Даник. Период вынужденной самоизоляции, когда привычный ритм жизни нарушен, большой стресс. По утверждению психологов, чтобы он прошел менее болезненно как для взрослых, так и для детей, необходимо соблюдать всего несколько правил. Особенно в период, когда многие родители работают из дома, дети перешли в режим дистанционного обучения, а многие малыши не посещают детский сад. Очень важно соблюдать режим дня, чтобы хоть как-то держать в рамках, да, как-то вот ограничивать себя такой вот дисциплиной, как режим дня, то есть какое-то до какого-то определенного времени это учеба, уроки, какие-то домашние дела, и, естественно, время для себя в том числе должно присутствовать. Из-за длительного пребывания друг с другом в семьях могут случаться конфликты. И это потому, что все люди разные, а не потому, что кто-то из членов семьи вдруг стал плохим или изменился в худшую сторону. Особенно агрессивными становятся подростки. Они могут реагировать как-то агрессивно, очень так негативно, быть настроены по отношению к своим родителям. Но хочу вас заверить, что это абсолютно нормально для подросткового периода. Они таким образом отстаивают себя, отстаивают свои границы, проверяют ваши границы, границы взрослых. И, безусловно, необходимо их воспитывать, какие-то воспитательные моменты. Но ограничить это очень тонко, с тем, чтобы не стать ребенку каким-то врагом, да, недругом для них в их глазах. В настоящее время очень важно учиться диалогу. Формирование семейственности очень кстати, говорит Дарья Руднева. Так что сейчас верным способом укрепления семьи станут новые совместные дела. Например, готовка ужина по новому рецепту или совместный просмотр кино. Мария Даник, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – транспортная компания «Нордфокс».